Последний шанс на топ-8 в Польше. По версии ESL сегодня фактически отбирается топ-2 СНГ. Да, да. Один из тех двух, кто будет представлять регион. Это очень-очень-очень в мире меня заводит. О, божечки. Вот он горит, Люканг, просто горит. Так должен Данг сгореть. Ох, я прям чувствую. Ну, первый, давай, первый метр. И забирает Дангас, идет он в атаку. Спят никуда. Попытка немножечко позвонить нижней стрельбой. Песок никуда! И перебивает армор Люканг, отлично. Нет, бомбочки слишком медленно по сравнению со стрельбой Люканга. Блочит, все замечательно заблокировал. И вот оно пошло. Нет, отпускает блок, решает не находиться рядышком. Немножечко позвонит, сейчас не успевает никак свои колобки швырнуть. Очень бутер, отлично просто зонит. Дангас. Прям красивый уровень. Отлично, ну, прям вот на приземлении, прям красавчик, все. Ой, в нужный момент. Дангас не знает, как подходить, но почему? О, да, рано, конечно. Все, бутер в углу. Камбрышка, угловая комба, и не завершает ее. И армор никуда, просто вышел бутер армором из угла. Ой, боже, убежал. Какой плохой брейкер. О. Нельзя было, конечно же, отправлять Дангас полоски волнуется. Две в никуда. Это волнение сказывается. И зеленый плащ не дает ему никакого сейчас преимущества. Опять никуда. Песок и наказывает его. Нет, дропает комбу бутер. Не доделывает до конца. Просто останавливает его на рискованный слайд Дангас. И пошел прессинг. Дангас просто не держит блок. В смысле, ну да, ты ушел от прессинга, но ты съел 15% примерно. Ой-ой. Отмена, блок, отмена выстрела в продолжение в прессинге. Что? Это просто почему раунд он не держит никуда. Блок? Почему он не держит блок? Он решил пойти по той страте, что нужно отпускать блок. Нет. На последнем ударе. Ну он вообще его не держит совсем. В смысле, он его просто не держит. Там есть момент, да, где вы отпускаете блок, и Люканг ничего не может сделать, кроме еще дальним фаерболом нижним вас, ну, придамажить. Но все равно это выгодно Люкангу, потому что вы должны подходить к нему. Он вас на расстоянии этими фаерболами зазонит. А Дангас просто отпускал блок, типа, давай. Тут как в боевиках убивают несчастного там, не знаю, как тебе героя. Такая программа? Все фанаты бутера говорят, покажи, покажи им, покажи им блок инфинит. А Дангас такой, нет, минута славы твоей не наступит. Никакого блок инфинита, я съем все в хит. Я не буду держать блок, поэтому не будет блок инфинита. Все по чесноку. Проблема решена. Да, мы единственное, что не упомянули, что Дангас это представитель Петербурга, бутер представитель Москвы. Вот, опять противостояние у нас. Ну что ж, второй матч. Пока что все не в пользу Дангаса. И 1-0. Смотрим. В этот раз пытается с напрыжки пойти. Пошел сейфовый миксап Дангаса. Начало хорошее. Правда, не смог он сделать это все в бросок. И хороший песочек. Что это? Что он делал? Какой-то резидент. Это какие-то американские резеты, я не знаю. Непонятно. Очень хитро попытался сделать Дангас. Может быть, тренировал. А там мы пока даже понять не можем, что он пытался сделать. Пропускает бутер. То лоу, то оверхед постоянно. Уверен, но раунд начинается и, по-моему, заканчивается уже почти с Флауэр с Виктором. Чуть-чуть отнято было, видимо, в блок что-то попало. Сейчас бутер покажет. Яблоки полетели. Сейчас бабушка полетит в ответ. Нет. Пошел прессинг. Ну, опять не держит такое? Блок. Нижний что блок, нажми, делаешь? Нажми, дяденька. О, нет, съел не сейчас. Вниз. Нижний блок. И съел вверх. Очень плохо все в блоке. Ой, в блоке, в углу сейчас для Дангаса. Опять неграмотный. Зачем было брейкер отдавать сейчас? Что ты не делаешь? Делает? Ахаха, прекрати. Вот, да, вот здесь вот нужно было сейчас, отпускать. Последний, сейчас, наконец, было. Он правильно сделал. Молодец. Молодец, ты проиграл раунд. Ну, цена такой учебе целый раунд. Да. И у Дангаса нет метра, нету. Против 2 метров бутера, как раз с 2 метрами можно начинать тот самый... Да, легендарный инфинит, на который мы все хотим наконец посмотреть, но никак не получается. Итак, пошло в блок и... Ну, Дангас просто не знает, после чего лезть. После этого можно лезть, нужно лезть. -2. Не готов. Дангас матчапу. Зон велосипед. Не готовился, что ли, вообще? Как так? Ну, что ж ты делаешь? Ах-ха-ха. Ой, это опять попытался полететь понизу, видимо. Все, перебил. И один ручка перебивает. Бутер не угадывает миксап, пропускает третий нижний удар. Новая бутылка попала. Опять нижний путает Дангас оппонент, и неправильные блоки он ставит. У кого-то не хватает стамины. Это у бутера не хватает стамины. Набег он ее потратил. И сейчас очень можно было выиграть. О, божечки, и сделал песок. Кто кого? Можно было сейчас апперкотом отставить своего оппонента. О! И сделал все-таки апперкот. Вот это апперкот. Просто не законфермил бутер велосипедик, серию в хит. Все, Дангас умирал. Но
почему-то не вышел или не сделал, за или пару не заметил. Секунд до окончания он мог этим же самым перкотом уже закончить игру, но тогда растерялся. Но все-таки под конец решил, размен, о боже, хоть как-то, но надо же нанести фатальный урон. Если бы Бутер делал какой-нибудь нижний удар, ну, к примеру, там, да, пригнулся, и перкот бьет только когда вы стоите, то все, Дангас бы курил. Но вот ему повезло, он, наверное, просто сломал эту кнопку апперкота, жмакал ее, там, не знаю, психуя, там, давай, давай, я не могу проиграть, 2-0 это слишком. Он собрался и сделал 1-1 счет, никакой интриги в плане того, что 3-0 уже у нас не ожидается. 3-0 он проиграл в прошлый раз, он совсем без шансов, он под конец говорит, что кидал джойстик и... Не хотел видеть больше никаких плакал, люкенгов. Так он говорил, плакал, да, плакал. В душе, в холодном. Поехали. В этот раз никто не напрыгивает друг на друга. Вот это звонит. Вначале три дракончика уже попало по ногам. Пока ты эту баночку с солью катил. Пропускает оверхед, удар сверху, бутер и... Хоть раз закончит, да, наконец-то. Наконец-то этот бросок в конце попадает. Ну, чем-нибудь догнать, но на нет, слишком. На велосипеде уезжает от него бутер. Вот это армор. Просто две полоски никуда потратил. Этот метр не нужен. Я его буду использовать всегда, когда захочу. Но отвечает такой же любезностью, почти без метра остался уже бутер. Комба мало хп. Если сейчас хорошо все получится. Нет, опять бросок не заканчивает комбу. Пропускает микса, бутер не готов. Держит он нижний блок и пробивает его. Почти 50% полоски жизни осталось у Дангаса, и это серьезно было. Серьезная заявочка. Заявочка. Хорошие блоки. Не готов. Ансейфовый, да, лоу просто подкатился сюда. Если бы бутер заблочил, было бы очень больно. Брейкер. Как реализует угол? Нет, никак, на 12%. Начиная с нижнего, хорошо. Угловая комба, 26, и шипы на шипах. Потихонечку отбавляется здоровье. Ну, это уже серьезно. Это уверен. Здоровье. Просто пянин на пол. Как называют их Дангас, пянин. Это Flowers Victory. Ну, нет, там чуть-чуть ударом блок почти. Был, да. Теперь надо советы давать уже Бутеру. Ну, Бутер как-то замешкался. На самом деле здесь оба персонажа вблизи просто разрывают. Если Лю Канг — это, скажем так, персонаж, который силен в прессинге, он выигрывает не за счет каких-то нижних и верхних ударов, да, и, соответственно, перетасовывает их, а выигрывает за счет того, что постоянно бьет вас в блок. То есть блочите вы, не блочите, он всегда рядом, он всегда бьет, и очень сложно вылезти. И при этом вы сами должны к нему подходить, потому что он вас зазонивает. То Эрен Блэк — это персонаж, который тоже бьется вблизи, по крайней мере, в этой вариации. И фишка в том, что у него есть как удар, пробивающий нижний блок, так удар, пробивающий верхний блок. То есть вы всегда должны угадывать. И, соответственно, если вы не угадываете три раза подряд, к примеру, как бутер, прям можно и Flawless Victory сделать. Прости, а ты считаешь, что можно все-таки или нельзя на реакцию увидеть, с чего начинает Эрен Блэк? Нельзя. 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 Всегда угадайте. Только угадайте. Либо у тебя оверхед, либо у тебя нижний. Прочитать оппонента, да, и поставить правильный блок. ЖК начинает сейчас бутер, но не дает ему плодов никаких. Пропускает лоу удар, пропускает второй лоу после оверхеда. Что же ты будешь делать? Оканчивает броском 33 и остается в углу. Сейчас бутер выходит через арморный удар, но не дается опять ничего ему за это. НЖП-шечка. Комбу. Бока D4, как хорошо она попала. Не наказал. Последний момент стал, ты видел? Вроде как присел на секундочку, но решил. Две Дангас в углу, вот она пошла. Ну, вышел из угла, хорошо. Тун-тун-тун, 16%. И такой же... Что это за цирк? Просто у Дангаса нет метра. Сейчас может запрессить его бутер. Комба очень серьезная мало хп угловая комба. Нет, не завершает, 26 бросок. Всего. Бросок, просто бэкдэшил. Дангас хотел на бэкдэш уйти и говорит ему, бутер, секундочку. Ну, если по чесноку, то, в принципе, он должен был уже выигрывать до этого, когда бы завершил угловую комбу, но он не хотел. Дропает игрок, а не игрок. Дропает игрок, согласен. В углу бутер, нужно выбираться. Не готов он к этому третьему лоу. Пошел в сейфовый миксап Дангас, вместо кисточка экзовую бомбочку. Ой-ой-ой, немножко не туда он перепрыгивает. Наверное, рассчитывал остаться перед оппонентом. Сколько у него всяких понтовых фраз там вылетает. Ой, выпендрёжный Эрен Блэк. Перезаряжает пистолет и готов к следующему раунду. Бутера 2 метра, давай же, покажи нам, как это реализуется. 2 метра. Данга сразу показал, реализуется 1 метр. Не подходи ко мне. Хороший инстант, но вот дальше прыгать, наверное, не стоит. Антиэрит его Дангас. Не дает ему прыгать просто. Ну. Все, пошел прессинг. Дангас в углу. Нет. Метра у него нет. Тоже он завершает-то как-то странно. Держите самый инфинит, но все ждали так. Вот, пошло, поехало.
и... Ой, вот это камбы. В прошлый раз должно какие было быть. Камбы. Это... О, божечки! Вот это 39 красиво. И оставляет оппонента просто ни с чем. Зря, одну зря, ошибку зря. Только допустит сейчас Дангас и вылетает. Нет, не вылетает, 2-2 становится. Счет, если он выиграет. Счет. Но это, возможно, будет сейчас... Бутер просто не угадывает. Угадай один раз. Очень мало хп у Бутера. Это что? Клач. А! Вот это у Дангаса был метр. Он мог с метром полететь. А, Дангас и это остановило бы. Ну, точнее, он бы не встал перед велосипедом. Он пролетел бы мимо да, его. Да, пролетел бы мимо. И не было бы этого фатального урона, но зачем-то оставил метр. На что еще можно было потратить его? На песок. На песок, песок просто нет, песок бы 2% здесь вряд ли бы помог. Довольно мало хп. Я, но притом я не уверен, что, к примеру, слайд в блок, который, да, если бы он экзо сделал, убил бы Люканга. Может, там чуть бы осталось. А возможно, он даже не нанес бы урона, потому что понизу летит, и Люканг не касался. Ну, в смысле, почему, Дангас тогда должен хотеть его сделать арморный? Потому что это очень опасно, правильно? Смотрите, что творилось в конце, как сейчас. Вот. Дангас просто один миксап не угадал Бутер. Пропустил верхний блок. Рестен сделал с помощью броска, то есть оставил его стоять, не дал упасть. И опять его лоу и комба. И вот здесь. Да. Он делал если слайд. Бы он не попадал, кстати. Даже если экзовый бомбы сделал, он бы. Но он пролетел мимо. Нет, велосипед бы его не задел. Его убило. Фура. Нет. Фура, мама. Да нет. Там да. От велосипеда от нескольких ударов. А так бы один удар велосипед. Велосипед это уже потом, после финиш хим, в смысле, показали, дают добить. Первый удар, который нанесся, даже сбил бы его армор. Если вы другого мнения, пишите, пожалуйста, это на форумах. Да, может быть. Все понятно, господи. Прав Флэт, мне кажется, прав я. Зонинг, зонинг, именно на приземлении. Смотрите, пытается перепрыгнуть, но не дает никакого результата Дангу. 2-2, жарко, ребят. Выбирает пошел, момент прессинг. Для атаки. Песок. Зовый песок с броней. Оп-оп-оп-оп. Опять бросок в никуда. Нуждает оппонента потратить еще одну полоску на полет навигатора этот. Не хочет быть, что Дангу. Ой, хорошо, в спину. Просто прочел, что сейчас продолжается еще. Ох, не готов был Дангу к этому удару. Может тащить. Время камбэков. Есть армор, конечно, у Бутера. Будет ли рисковать? Да неужели. Экономит, экономит Бутер пока метров, пока он считает, что он сможет без... Сейчас будет стрельба экзовая, смотри. Нет. Никуда. Нет. И оверхед. Это если может быть метров, очень красиво. Метра меч он может добить. Рестен делает, угадает миксер. О, зачем? Просто армор. Вот куда потрачен был метр. Ну, Бутер тоже, в принципе, мне кажется, если бы он доделал угловую комбу на максимум, он мог бы примерно добить. А ты понимаешь, что на консоли это бы не вышло? Да. Горит, вот в этом тоже есть соль. Соль. Соли будет много после этого матча. Ой, Дангасу нужно что-то делать. Очень близок его провал. Хорош, все просто удар. Запрессил. Flawless victory Дангасу. Бутер. 3-2. Это не... А, подожди, 2-2 у нас становится еще. 3-2. 3-2. 3-2. Все, Бутер проходит и...